Здравствуйте, дорогие друзья, это обзор от Эдуарда Силва, 37-я часть моего прохождения Resident Evil 4. Даже не знаю, что сказать, мы сейчас идем в лаборатории. Самое жуткое место в игре. Это лично мое мнение. Тут нас встретят жуткие монстры. Ну, в принципе, если сейчас все это пройдем, то уже нечего будет бояться. Патроны для винтовки неплохо. Так. Тут у нас морозилка. Но нам тут нечего делать, потому что здесь все закрыто. Для этого нам придется пройти в то самое место, где мы встретимся монстрами в этой игре. Зажигательная граната — очень нужная вещь. Где-то здесь патроны для магнума должны быть. Вот в этой коробочке. Так. Ничего я не пропустил. Вторая моя самая нелюбимая местность. Первая еще моя самая любимая предстоит. Она будет части 5.3. Это исследовательское оборудование. Но мы сейчас узнаем, для чего оно используется. Вот они. Вот они. Так. Откроем дверь. Схема просто проста. Красный 3 раз, зеленая 2, синяя 1. Дверь открылась. Смотрите, здесь все в крови. Да. Патрон для ТМП неплохо. Спрашивает, у меня ли он, лучше прочитай записку Луиса. Или гигант, или навистадор. Да-да. Скоро мы возьмем этот провизор. Ставим его в нашу винтовку. Сейчас нам предстоит с первым регенератором, я даже не знаю. Давайте его с магнума убьем. Да, с магнума. Ой, с какой? С бабочки. Патронами для магнума. Вот эта музыка пугающая просто раздражает в игре. Стоит расслабляться, сейчас нас будет ждать второй генератор, за это нам дают 5000 песо. Тут, насколько я могу, да. Какие-то крошки от него остались, он здесь жрал, что ли, что-то. Тупые существа, регенераторы. А колючие регенераторы — это вообще... так что-то необъяснимого. Скоро мы его встретим. Посмотрите внимательно его лицо. Оно будет похоже на задницу. Точнее, верхнюю часть его лица. На колючую задницу. Колючую волосатую задницу. Так, вот тут стоит второй. Кинем мы в него зажигательную гранату. Можно закидать зажигательными гранатами, и он умрет от этого. Но я кину баночку.
тратить ли патроны или нет. Снайперская винтовка все равно много. Их убить будет полегче. Расскажу вам секрет. Не знаю, на сложном уровне их можно с ножа убить. Вот вчера буквально пробовал убить на среднем уровне. Как-то не проникает нож в него. Ну да ладно, сейчас сами все увидите. И сначала пойдем в морозилку, не будем возиться с ним. Сейчас тут будет еще один регенератор, но его можно не убивать. Можно ходить вот вокруг этого помещения. Можно ходить вокруг этого помещения, пока дверь морозилки не откроется. Вот и импровизм. Я даже... Да. Все ясно. Здесь легко отличить регенератор, который будет с нами биться. Вот он. Ладно, я трачу время попросту. Берем импровизор. И бегаем вокруг. Вот дверь закрылась. Вот падает он. Убьем другого регенератора, я покажу, как это сделать без лишних усилий. Причем к этому мы еще вернемся. Хотя я в принципе не пробовал убивать, я просто убегал отсюда. Вот посмотрите, открываем эту дверь и встаем вот сюда вот. Тут он нас не должен задеть во всяком случае. Поэтому я возьму винтовку и соединюсь с импровизором. И вот так мы испытаем его. Впервые. Так. Кстати, я не знаю, я не возвращался сюда, но вот сейчас посмотрим, что будет, если я к нему подойду. В принципе, он будет стоять и ничего не делать.
нет. Тогда я просто убегу отсюда. Не хочу тратить патроны. Так бы мог бы запросто его убить. Но это пустая трата времени. Так, тут я уже взял, да? Теперь мы идем на, ну, можно сказать, склад. Ключ вставляем. Простые генераторы уже в этой части не будут. Слышите этот звук? Оружие забыл, как это называется. Но мы их уберем даже без патронов. 3-4 человека потрачены на публикации. Двоих можно унести отсюда один раз. Что ж, мы все ближе и ближе к новым видам регенератора. Сначала нам нужно будет убить надоедливых людей. Сейчас опять тут будешь устроено толстячки с броней. Я туда, как говорится, кину гранату в мясо. Гранат много. Пока они там все полегли. Но если вы профи, можете пистолет. Видите, все попадает. Сейчас они прибегут. Какие шустрые малые. Малые. Бежите уже. Я уже думал, что все-таки добить пистолет. А, у них не пробиваем. Хоть оставить. Что ты орешь? Я тут не знаю. Нужно экономить. ТМП, думаю, в самый раз. Я
Люблю, когда все правильно рассортировано у меня. Так. Вот так вот. Я тогда уже потратил патроны. Да что, после себя ничего не оставил? Ну ты мразишь. Ты азис. Так, там этот сплак еще чувствовал. Он уже идет сюда. Патроны. Посмотрите на его лицо и узнаете в нем то, о чем я уже говорил. Перезаряжу. Нравится мне звук бьющего стекла тут. Но все же сможете стрелять по этим красным баллонам. Тоже есть тот, как зажигательная граната, но я предпочитаю с ними не возиться. Лучше тебе этого не знать, Леон. Так, здесь у нас патрон. Так, это не откручивается. Это патрон для ружья. Патрон для винтовки.
Петри. Или Петри. Это жесткий изумруд. Только не понимаю. Да, вот он. Сейчас там будет купец. Когда я вижу купца, у меня такие чувства переполняются сливы. Купец для меня это всегда место, где нет врагов. Так, 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 вот тут не торопись. Бежать. Отстреливайте ворон. Среди них будет очень ценная ворона. Узнаете, почему ценная ворона. Да, всех. 400 это очень мало, ослепляющие. 500. Вот, 5000. Фактически, как убить регенераторы. Мы потратим все патроны. Кстати, если вы их будете играть за аду, вспомните это злопамятное место. Уж очень много. Редко оно меня отняло. Раз все подходит. Более-менее. Так. Сейчас мы еще возьмем патроны для страйкера. Ну и заставка. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Damn! Скоро это помещение будет то еще в одной заставке, но не про нас будет. Так, проверить. Жалко, мне бы нужно было подкрепление. Так что, пойдем к купцу. Welcome! Got a selection of what are you selling? Так. Thank you. Is that all strong? Thank you. Так, а тут можно. Thank you. Провизор я не буду, еще пригодится. Думаю, в принципе, все. What are you buying? Что я могу сделать? Мощность Black Tail. Даже вот даже не знаю, что делать. Ладно. Вот это тоже. Хотя что у нас тут со снайперской винтовкой? 24 патрона. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Come back anytime. Обязательно. Дохлые вороны валяются. Вот мы так потихоньку прощаемся с частью 1.
Я могу вздохнуть с облегчением. Одна из моих самых нелюбимых глав в этой игре. Самая нелюбимая — это следующая. Самая любимая — это после следующей. Да-да. Скоро узнаете почему. Так, думаю, сохраняться не буду. Сразу дойду до автосохранения. Не помню, здесь кто-то есть или нет. Да, есть. Вот эти вот мразиши. Ладно, сейчас их перестреляем. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Гранаты остались. Ну вот, мы подходим уже к концу. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите рекомендации и все такое. Сейчас мы увидим трагическую заставку. С вами был Эдуардо да Силва. Подписывайтесь на мой канал и пока. Леон. You okay? Come on, let's get out of here.